Орнитологи и эксперты Казахстана призывают создать на озере Караколь резерват местного значения, чтобы обеспечить лучшую охрану природной зоны. Об этом они заявили на специальном брифинге в Мангистауской области. Напомню, на водоеме, который считается основным местом зимовки лебедей и шипунов, зафиксирован массовый падеж этих птиц. Специалисты нашли более 1000 тушек. По основной версии, их скосил птичий грипп. Орнитологи не исключают, что это жестокий, но естественный отбор природы. В этом году лебеди гнездились поздно. В итоге птенцы не успели встать на крыло и набрать жир для поддержания тепла в холода. А значит, не смогли и противостоять вирусу. Эксперты просят не тревожить выживших полетами дронов и походами по побережью. А еще лучше сделать Лебединое озеро особо охраняемой природной зоной. Охраны почти нет. Там, да, там сидят два инспектора. Ну вот за 27 наших посещений Караколя эти инспекторы к нам подъезжали и ловили нас раза два или три. Повышение статуса необходимо. Вот резерват местного значения, областного значения, я думаю, что он вполне подходит. И, конечно, это создавать надо.